Торнадо Energy. Do damage. Хоба! Приветствую всех, уважаемые подписчики, новые зрители, вы на канале Не Ори. Сегодня хотел показать вам бой, сыгранный мною на карте Харьков на американском тяжелом танке 10 уровня Т-110Е5. Да-да! Это машинка, ухудшенная копия суперконя. Вот, раньше она была имба, когда-то в обновлении 9.17 еще. Машина, в принципе, и сейчас является неплохой, просто есть более лучшие аналоги. Как я уже сказал, это суперконь. Все бы ничего, углы вертикальной наводки минус 8 градусов, хорошая стабилизация, адекватная броня, но опухоль на башне в качестве башенки командира не дает нормально играть этому танку. В принципе, тактико-технические характеристики этого танка вы и так знаете. 400 урон с выстрела, 258 мм бронепробития основным бронебойным снарядом, 340 у нас голда кумулятив, 2200 очков прочности, машина ездит быстро со скоростью 37 км в час стабильно, и хорошая удельная мощность двигателя позволяет вам уверенно кататься на абсолютно любых поверхностях. Ну, а теперь давайте поговорим по поводу боя. Прорываюсь я изначально в квадрат D7, D8 для того, чтобы поперестреливаться с вражескими тяжелыми танками в лице либо Объект-257, либо Объект-277, но в то же время сюда могли поехать и бронированные СТ-шки по типу 430-го, 430-го, но здесь вообще никого нету. Если сейчас посмотреть на ситуацию на миникарте, то лишь 257-й прокатывается перед моим лицом и получает, кстати говоря, забавно остановился, капитан НКБД. Ты что там нанюхался? Зачем ты остановился прямо посреди поля и начинаешь выцеливать Т-110Е5? Короче, если посмотреть на ситуацию на миникарте, то засвечивается объект 277 с левого фланга в квадрате С2 на кемперской позиции, на позиции ПТ-САУ, наряду с АМХ-30 и початом 25Т. Также на 8-9 вертикали в квадрате B8-B9 находится H3 быстрых танк, объект 430, 257, 430 и стандарт B. Я же в свою очередь замечаю, что есть пространство для маневра, и поскольку у меня большое количество танков находится слева, я так думаю, что они там отлично справятся и без меня, а нам в свою очередь нужно продавливать город, поскольку у нас здесь больше. Два танка находится на нулевой вертикали, ТВПшка и Т-54-ка стоят сзади и непонятно в кого целят. Я тут уже, блин, истерически начинаю тыкать по миникарте, прошу ТВПшка. Смотрите сами на миникарте, сколько кликов я делаю, запрашиваю через F7 команду SOS, нужна помощь, Хьюстон, Хьюстон, алярм, алярм, Аполлон, нам нужна помощь, срочно, срочно, подъезжайте к нам, у нас там команда сливается с левого фланга. Вроде бы в большинстве, а вроде бы сливаются. И вражеская команда стремительной атакой летит вперед через вторую, третью вертикаль. Аж 5 танков, я тут уже не выдерживаю и принимаю решение поехать вперед, несмотря на то, что у меня ТВПшка и Т-54 сзади. Кстати говоря, запомните их ники. А, сервис 71 Рус. Ну тут по нику все понятно. Кстати говоря, параллельно с тем, как я начал двигаться вперед, моя команда погибает и смещается ко мне на фланг Конкера. Здесь я нахожу под собой стандарт Б, а также объекта 257, пытаюсь прострелить 430-го, и для того, чтобы от 430-го не получать, нужно обязательно поджаться под левую стенку, то есть впритык к левой стене мы поджимаемся, соответственно, выдаем выстрел 257-го, и у нас вне прострела находится 430-й, который по нам же не может дамажить. Нужно добить 257-го, но мешает мне здесь насыпь справа, я же сам в свою очередь могу наехать на насыпь слева, оттанковываю здесь выстрел от 430-го, который стреляет почему-то в землю, и забираем фулового объекта 257. В данный момент времени мы остаемся при счете 1-10 был счет, то есть мы пятером остались против 14 танков вражеской команды. Т-100ЛТ забирает одну артиллерию, конь наш забирает вторую артиллерию, М-53-55, я же в свою очередь стреляю выстрел в земелечку, надо разрыхлить, ведь у меня рало вместо дула, и выдаем еще один шот в стандарт Б. Тот в освояси как-то петляя назад, стреляя выстрелы в землю, не может поп-
попасть по нам, и это хорошо. Это хорошо, поэтому нужно его забирать, потому что лишний барабан. Если вы остаетесь на барабанном танке зажатыми, то не пытайтесь уехать никуда. Лучше раздайте на верочку свои там 3-4 выстрела, в зависимости от того, на каком барабанном танке вы играете, и уже погибая, отправляйтесь в ангар. Пытался я здесь добить, точнее прикрыть своего союзника на коне, вот, но тот не попал в грейля, и мне приходится его добивать. Надеюсь, что наш конкерер выживет, и мы начинаем погоню, карусель в 430-го. Параллельно с этим я пытался выцелить батчата, который, возможно, подставился под меня, но 430-й, петляя влево-вправо, надеется, что я в него не попаду, но мы кулетоса ему засовываем прям по самую... так сказать, задницу. 430-й едет убегать, поскольку у нас тут СЛТ брал базу. Ваншотный 277-й, 430-й. Враги, как пираньи, набрасываются толпой на одну жертву. И после того, как они уничтожат СЛТ, они уже примутся за меня. Я понимаю, что СЛТ валит из огорода. И теперь нужно и мне сваливать, поскольку следующий на очереди после СЛТ остаюсь я. 430-й забирает коня нашего союзного. Я же в свою очередь прикрываюсь трупом стандарт Б, пытаюсь выцелить 430-го, который будет спереди. Убегаю от 430-ю, параллельно получаю выстрел в корму, и за мной уже выехали спецназ вот этот вот в лице 430-го и 430-ю. Критуют мне боеукладку, а до ремки остается 15 секунд. Мне нужно вытанковывать с двух сторон 2 430-х. Он на голде выдает мне выстрел сначала в НЛД, и тут опа! Вот она помощь, Рэмбо врывается, ТВПшка, тогда, когда она прям нужна действительно была, обрывается, забирая 430-го, мой юный падаван. Вместо того, чтобы изначально поехать со мной и перестреливаться, ТВПшка врывается, просто сломя голову, влетая с криком «This is Sparta!» и забирая 430-го. Мы же, в свою очередь, пытаемся прострелить 430-ю, но до этого забираем 430-го, которого разводим на выстрел. ТВПшка убегает, мы остаемся 3 в 4. Кстати говоря, ситуацию со счета 5 против 14 мы смогли развести до ситуации 3 против 4. Сейчас я убегаю от 430-го и стандарт Б через тот самый пролет, в который мы изначально заезжали, когда еще никто не погиб из моей союзной команды, из вражеской тоже тимы. Подлавливаем объекта 277, который уничтожил нашего союзника на Т-54. И, кстати, заметьте, в конце остались как раз-таки та самая Т-54 и та самая ТВПшка, которые стояли сзади, за моей спиной, и не хотели вообще никуда ехать. Ну и ладно, выдерживаем определенную паузу. Поскольку у меня 681 очков прочности, мне нужно играть аккуратно. Чекаю слева, чекаю справа, выжидаю как можно дольше врагов. И сейчас попытаюсь здесь от Бартины просмотреть фланг, который ведет к базе вражеской, красному флагу. И в надежде зачекать здесь 430-го, нахожу вражеского стандарт Б. Закидываем выстрел в каток, 430-й, кстати говоря, тоже выезжает из того угла, который я изначально зацелил. Сейчас надо бы добрать вражеского стандарт Б, и сейчас самое правильное решение — это просто подождать. Нужно немножко терпеливее быть и сыграть более выверенно, аккуратно. И дождался я своего отсвета. И сейчас надо прочекать справа, потому что там может Центурион 7-1 заезжать к нам. И возвращаюсь я в ту же самую позицию, в которой я был и перестреливался с двумя 430-ми и 430-ю. Пытаюсь подловить ваншотного стандарт Б. Если я его найду, а я его нахожу, отлично. Убиваю стандарт Б, и сейчас нужно тупо стандарт Б отыграть и поперестреливаться с вражеским 430-м. Выцеливаем нижний бронелист, отличная точность, кстати говоря, Т-110. И пятого позволяет нам расправиться с 430-м, и добиваем мы его нашим вторым выстрелом. Отлично, счет по итогу 15-13, осталось у нас два танка. Союзная ТВПшка расправляется с Центурионом 7-1, а мы, в свою очередь, развалили всю почти вражескую команду, ну, как минимум половину. 7500 урон, 2360 танкану, и это все
на текущем неапнутом Т110Е5. А теперь представьте, как будет разрывать Т110Е5, если ему спилят башенку и апнут пушку. Вот, надеюсь, конечно, башенку ему спилят, ведь разработчики, я надеюсь, не глупые люди. Вот, что вы думаете о Т110Е5? Если вам понравился данный бой, не забывайте, ребят, пожалуйста, прожимать свои сочные жирные лайки. С вами был Нейро Ю, и всем пока-пока. Do that.